Так, ну, картину эту можно еще дописывать и дописывать. Сейчас мне надо уже, надо будет бежать. А что еще здесь можно доделать? Небо, конечно, можно приукрашивать, приукрашивать. Так, ну здесь на горочку теневые немножко. То есть свет, не то что, вот здесь световые части выпуклые, а здесь выпуклые части в тени, которые такие более фиолетовым сделать. Так вот. И дорожку, как бы от солнышка будет дорожка идти. Так, ну здесь вот с оранжевым, с розовым, все понятно, да, вот так вот волны идут. А потом сверху более желтые пойдут. Тут надо аккуратно как-то это поставить. И потом сверху уже самые белые пойдут на кончиках. Это лучше чуть-чуть подождать, пока засохнет. И самым белым пройтись уже по самым макушкам. Вот я на солнышко, здесь, соответственно, и вот, вот эти самые белые части световые. Здесь волна и вот эти брызги белые. А так вот, я думаю, на этом видео я буду заканчивать. Еще, конечно, допишу эту картину. Вот, смотрим, что-то, может быть, поделаю, приукрашу немножко. Всем пока. Оставайтесь на моем канале. Смотрите видео. Я буду и дальше продолжать снимать мастер-классы, снимать то, как я выражаю свою творческую энергию на холсте. И всем до скорых встреч. Всем хорошего настроения. Пока.